В это утро занятие физической культуры для первокурсников было не совсем обычным. Зарядку провели ребятам в преддверии Всемирного дня здоровья. Дата утверждена Всемирной организацией здравоохранения, в которую входит более 200 стран. Они заинтересованы в здоровье населения. Нефтекамские студенты также хотят вести здоровый образ жизни. Студенты Башкирского университета ежегодно практически приходят к нам на обследование в Центр здоровья. Мы проверяем их здоровье. А сегодня мы решили проверить, как они занимаются физкультурой и спортом. Их реакция на занятия с измерением пульса, артериального давления, на примере показать. И именно физкультурные занятия даже одно может выявить, тренирован человек, не тренирован. Будущие математики и экономисты вышли на разминку. Под руководством своего преподавателя студенты выполнили разогревающие упражнения и постепенно перешли к игре в волейбол. При этом фельдшер медпункта постоянно замеряла ребятам давление и пульс и держала эти параметры на контроле. Показатели у здорового человека меняются при физической нагрузке на 20%. Не норма, если давление поднимается. Слишком высокое, если давление, то идет нагрузка на все остальные органы. Здесь идет патология, и ему нужно обратиться в поликлинику свою по месту жительства к терапевту. В Нефтекамском филиале Башгосуниверситета преподаватели большую роль отводят участию студентов в различных культурных и спортивных мероприятиях. В преддверии Всемирного дня здоровья сотрудники соревновались со студентами в волейболе. Нефтекамский филиал Башкирского государственного университета присоединился к неделе здравоохранения, проводимой в Республике Башкортостан. Вчера мы со студентами провели первую встречу на, спортивных полях, скрестили шпаги по волейболу преподаватели и студенты. Я думаю, эта неделя будет посвящена именно таким спортивным состязаниям преподавателей, студентов и сотрудников нашего филиала. Всецело поддерживаем здоровый образ жизни, потому что в здоровом теле здоровый дух. И придерживаемся данной морали при воспитании будущего поколения. На этом спортивные мероприятия не заканчиваются. В эти выходные студенты филиала БАШГУ примут участие во всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни». Татьяна Кокорина, Роберт Сабиров, информационная программа «Ежедневник».